Привет, ребята, с вами Димас. Я продолжаю проходить Crash Bandicoot Ensign Trilogy, вторую переизданную часть. Да, вот. Сюда мы пока не можем пойти. Ну что ж, начинаем. Так, что такое? Piston It Away. Уровень называется... Ну что ж, давайте пойдем тогда в него. Не помню. Но тут, по-моему, есть смертельная дорожка в этом уровне. Ну так вот он начинается. Так, ну что ж. 69 коробок. В этом уровне новая тематика. Одна из моих любимых тематик. Здорово. Вау-вау-вау. Так, аккуратно. Просто отпихиваем его. Так, исчезни. Пропади. Так, что у нас здесь? Стрелочки. Ух ты. Ух ты. Поколошматим. Так, замечательно. Вау, двоих. Круто. Это было круто. Так, пресс. Давай, уходи отсюда. Так, первый чекпоинт. Добрели. Ага, уже пошли такие. Уф. Так. А теперь чередуемся. Что такое игра? Так, замечательно. Давай, давай, иди сюда. Вот, замечательно. Ух, сколько нитро ящиков. Надо аккуратненько собрать годные ящики. Арх! Как я попался-то? Уф. Так, чекпоинт, чекпоинт. Так, кристалл взяли, отлично. Масочка. А, вот тут что оно есть-то. Смертельная дорожечка. Да. Давайте ее активируем. Хотя, может быть, ее даже и пройдем. Я вот не помню. Что на этой смертельной у нас дорожке? А, ну нет, здесь есть коробки, так что... Ладно, мы ее просто активировали. Она теперь от нас никуда не уйдет. Но нам, по-моему, надо сперва пройти в ту часть уровня. Да, вот это опасная хрень. Так. Аккуратно. Бонус. Давайте сходим в бонус. Три коробки активировать надо. Вау. 24 коробки в бонусе, между прочим. Из них
4 нитро уже я вижу. Черт. Блин, тут надо что-то оставить. Иначе я как пройду-то тогда? Вот и я думаю. Хотя, может, как-то и пройду. Уф. Это было что-то. Так. Ну, допустим. А, тут сложное испытание. Надо хороший прыжок такой. Кстати, а сколько было нитро-то? Я вот что-то не посмотрел. Так, 4 и там, по-моему, 4. 8 штук, да? Или нет? Да, вроде 8 нитро было, так что... Из живых ящиков мы все взяли. Ну, из таких, которых можно убивать. Так. Тут опасная вот хрень. Ах, а вот зря я чекпоинт сейчас чекнул. Вот так вот, кстати, можно с ними поступать еще, оказывается. Я не так давно это узнал. Так, тут аккуратно. Круто, да? Там есть жизнь. Но пойду ли я... Не, не пойду. Мне сейчас задача дойти до конца. Или не совсем до конца. Я вот не знаю. Не, мне кажется, не совсем до конца. Потому что где-то уже можно было остановиться. Так, вот тут еще несколько ящиков нитро. Эх. Зря вот я чекпоинт чекнул. Вот что зря. Блин, а тут надо как-то... Аккуратненько отражать снаряды. Чё там у нас? Все нормально. Да, теперь моя задача выжить. В таких вот условиях. Да как же так-то, блин? Так, а надо ли мне идти вперед?
вот не помню. Надо. Там, по-моему, было 40 коробок, нет? Или я что-то путаю? А, нет, 38. Сейчас положение... Куда хуже? Арк! Черт! Ах, из одной коробки. Вот че я чекпоинт чекал, а? Вперед можно не идти. Уф. Так, да, сейчас будет гораздо тяжелее. Тогда-то у меня была масочка хотя бы. Сейчас-то ее нету. Уф. А что тут у нас? Тут у нас не все очень хорошо. Уф. Так, они все что ли? Такие в длину, которые. Так, что там? Чекпоинт. Ух. Пресвятая Дева Мария. Это чекпоинт. Так, что здесь делать-то? Я так и думал, что сейчас попадусь. Ну хорошо, хорошо хоть чекпоинт. Можно сделать вот так вот, в принципе. Так, а здесь очень чревато. Отлично, я гем взял. Блин, что-то я задумался о чем-то. Так, а я ящики-то не все что ли сбил? А, там деактиватор нитро я еще не встречал. Стоп, а он точно здесь? Ну, я надеюсь, да. Тут. Отлично. Есть. Уровень пройден, зачищен полностью. Так, да.
Да, следующий уровень будет не из моих любимых. Самый неудачный уровень, я считаю. Ну, самый скучный, что ли. Вот эти вот космические, которые, ну, на джетпаке. Не люблю я их. Rock It уровень. Но тут один гем. Давайте засейвимся. Вот здесь где-нибудь. Перезапишемся. 83% уже. Так, ну что ж, отправляемся в уровень Rock It. Flight Controls в опциях. 39 коробок здесь у нас. Вау. Так, это вверх, это вниз. В принципе, все понятно. Лишь бы камера здесь была нормальная, не упарывала. Нету, да? Досадно будет, если я пропущу где-нибудь тут коробку. Здесь пропустить очень даже можно не заметить. Так, я же сзади все взял. Вроде да. Скорее да, чем нет. Хотя. Тридцать девять коробок. Так, взорвал ТНТ-шку. Дайте я проверю. Вроде ящиков нету, да? Ага, вот здесь вот один. А, сейчас будет этот чудик. Отлично. Мы его спровадили. Так, 17 из 39 коробок. Впереди виднеется чекпоинт. Надеюсь, я ничего там не пропустил. Арк. Ну да, стоило ожидать. Что я там пропустил? Что-то нет? Вроде нет.
Вроде нет. Эх. Что там по коробкам получается? Двадцать две из 39. Так, еще чекпоинт. Куча ящиков нитро. Упс, попался. Да, здесь надо быть осторожным, конечно. А, черт, попался опять. Тут надо то ли поверху идти, то ли еще где-то. Сложный момент будет. Уф, как я не сдох сейчас. Чудом каким-то. Так, я надеюсь, что все коробки взял. Да, слава богу. Но еще один уровень будет на эту тематику, так что еще придется терпеть эту боль. Но он будет через уровень. То есть не следующим, а сейчас будет адекватный, а потом. А, сейчас вроде светлячков уровень будет. Night fight. Fight или flight? Так. Ну, давайте еще сохранимся, конечно. Почему, собственно говоря, нет? Не-не-не. Сохранится на shift. Точно. Night fight. Окей. Тут два дема, кстати говоря. Тут тоже есть дорожка. Какая-то тяжеленькая. Сорок шесть коробок. Обещает уровень. Ну, очень смешная игра. Я вот не помню, смертельная ли тут дорожка или не смертельная. А почему она доступна? Я же сдох. Какого хрена?
А вот и гем, кстати. Да, только мне его не засчитают же, да? 5 из 46. А, нет, гем мне засчитали уже. То есть уже можно, получается, не ходить на ту дорогу. Вот, по-моему, не совсем так. Вау, вау, вау. 8 коробок, охренеть. Черт, ну я не видел там ни хрена. Да, что-то я протупил. Надо как-то побыстрее было идти, а я что-то замедлился. Вау. Черт, у меня опять заканчивается. Да что ж такое? Че ж тут так сделали-то? Да чтоб тебя разорвало. А, я вот ящики пропустил. Ну, допустим. Что мне это дает? Бонус. Давайте сходим в бонус. И... О, хрен, я светлячок не взял. Вау. Двадцать девять коробок, между прочим, в бонусе. Где я? А сколько там было нитро, кстати? Я вот не посчитал, например, сколько их там было. Надо как-то посчитать тут. Да чтоб тебя разорвало на все куски. А, вот один. Еще, по-моему, штук 8. Арк. Да, конечно. Конечно, конечно. Ну да, все правильно, по идее. 9 штук где-то остается за пределами. Так, тут вроде уже дорожка должна сейчас закончиться где-то. Но.
По-моему, надо сюда сходить. Помню зачем, но, по-моему, надо. А надо ли идти еще дальше назад? О, крыса, чё тут? Ну, допустим. Не, по-моему, больше назад не надо идти. Вау-вау-вау. Так, а где чекпоинт мой был? А, серьезно? Серьезно? Да, по-моему, только за двумя коробками следует сходить. Да чтоб тебя на все куски. Уф. Так, по-моему, ради двух коробок стоит сюда заглянуть было. А дальше идти надо вперед. Замечательно, Крэш, гениально. Прям в яму. Ой, я там кого-то сбил, что ли? Так, отлично. Хорошо, что я ничего не пропустил все-таки. 46 из алкоголя. Да, сейчас будет опять скучный уровень впереди. Так, я, наверное, перезапишу здесь. Сколько у нас получается? 90 уже, 90%. Back Attack, да, еще один уровень на космическую тематику, паковскую. Да. Это, по-моему, чуть посложнее уровень. Да, и коробок здесь 45. Так, стоп. Где у нас начинается это все дело? Пока коробок никаких не... А, вон они. Впереди. Коробки впереди. Так, ну штуки три взял. Стоять. Я тебя вижу. Что, только одна, что ли? Чего?
все? А, вот, чекпоинт. Надо чекпоинт брать. Чтобы его взять, надо пройти сквозь молнии. А, вот все, коробочка. Отлично. Вау, вау, вау. Ты притормози. Ага. Так, ну допустим. Допустим. 6 из 45. Что дальше? Ух. Череда из нитро. Вроде я ничего там не пропустил больше, да? Или я пропустил что-то? Я вот не помню. Блин, мне эти провода сейчас ударят. Фух. Маска. Вау. Здесь дается маска даже. Я про это забыл. Ю. Не упарывайся. Ах ты. Зачем мне маску дали? Не понять. Ладно. Это сложненькая система, конечно. Черт, так и думал, сейчас взорвусь нахуй. Слышь ты. Ладно, пофиг. Из 45 всего лишь. Надеюсь, здесь половина ящиков это зеленых. Уф, я попался. Так, ну допустим, 16. Еще тут еще стойка из нитро. Приличная такая. Уф. Кристалл. Я смотрю, нет ли ящиков. Слева, справа.
Там уже финиш, край, все. Эта система, она мне, конечно, не очень импонирует. Под нее попасть очень легко. Но я не попался. Уф! Слава богу, что я все ящики сбил. В такой суматохе было очень легко пропустить. Да. Впереди будет хороший уровень. Классический. И последний. Так, давайте сохранимся. Опять-таки. Интересно, а когда я нажал на кнопку? Давайте завершим на этом серию. Я благодарю за внимание. Я просто не знаю. Просто сейчас стояла на паузе, все. Когда я это нажимал, надо посмотреть, проверить. Так что разделю я, пожалуй, серию. Благодарю за внимание. Всем удачи и увидимся в следующей серии. Пока-пока.